Ага, все, я тебя спалил наконец-то. Вот ты собака, вот ты собака. Иди сюда. Да, есть, я победил. Ебой, просто капец, я долго играл. Всем привет, с вами я, ребята, и в принципе сегодня я продолжаю играть в Майнкрафт. Сегодня поиграю на серверах Hive MC, наконец-таки не на Хайпикселе, и, ребята. В принципе, окей, мы поиграем сегодня на этом мини-режиме, да, Survive the Night, да, поиграем. Два мини-режима появилось, а именно в Хэллоуин, да, типа, скоро будет Хэллоуин, и появилось два мини-режима, они уже были год назад, я в них играл, и сегодня мы поиграем вот в этот мини-режим, давайте сразу же я нажму, да. Суть в том, то, что ты можешь, как бы, нужно находить топливо, как бы, да, и заполнять генераторы, нужно 6 генераторов заполнить, чтобы свет везде появился в маленьком городе. Потом откроется через 30 секунд ворота, и ты сможешь сбежать от голема, который за тобой охотится. Да, это жестко. Тут можно выбирать роли, да, то есть можно выживать, да, и можно убивать. Да, давайте поиграем за убийцу. Да, я убийца, мы идем вот туда, куда надо. Да, да, это голем, окей. Вот 6 генераторов, типа 6 квадратиков, и надо убивать чувачков, да, и следить, чтобы никто не возвратился. Так, открывать я ничего не могу. Я скрыл команды, чтобы, типа, ничего не мешало, да, видео. Исус-пак я скину в первом комментарии, и, в принципе, ладно. Так, ников здесь нету, не показано ничего, да. И я решил все-таки снять, потому что Хэллоуин не будет, вечность, опа. Так, через какое-то время у меня появится снова топорик. Давай, давай, быстрее. Так, немножко разогнался, и... Отлично, я его, видите, убил. Он сейчас будет секунд 15 подыхать. Он умер, да, видите, он умер. Блин, почти генератор уже заполнили. Это плохо, вот тут еще могут. Так, все. Они просто не видят, они в темноте, как бы я из-за выживающего поиграю. Я уже снимал видео, поэтому, да? Поэтому, ну, решил переснять, потому что... очень качественный. Этот, наверное, тоже не очень качественный будет. Впрочем, ничего нового. Поэтому какой смысл переснимать? Но я узнал, например, то, что может быть и убийцей, и выживающим. Я просто все то видео играл только за выживающего. Да. Ну и сразу извиняюсь, если вдруг... Так, давайте нажмем. Мне нужно нажимать на правый клик, чтобы, ну, кто-то мог спрятаться, я никого не вижу, если что. Так, давай, давай. Давай, давай. Так, давай. Давай. Так, опачки, блин, вот собака. Так, вот он. Все, мы его убили. Видите, он истекает кровью. Текстурпак на самом деле достаточно жесткий, типа 256 на 256 пикселей, но у меня вообще от него практически никак не лагает. Да. В принципе, все, он исчез, умер, да. Я так понимаю, да? Точно? Да, точно. Никого там нету. Типа я вытаскиваю чувачков. Да, поэтому, ну, я понял правила, короче, да, то есть я все вижу, они ничего не видят, да, ага, боишься меня, да, здорово, я, кстати, видел голема, типа, это у меня скин показывается, окей, иди сюда, пацан, пацан, сейчас сдохнешь, давай, ну, ты как бы, а, он же бегать не может, я уже хотел сказать, ты что не бежишь, ну, ладно, давай, он сейчас умрет тоже, то есть я уже делаю третье убийство, да, 4 генератора нужно еще, да. И нужно 4 топлива на один генератор. Типа по 25% наполняет. Да. Я не знаю, топливо, бензин, я так понимаю, какой-то заливать. Так, он умер, окей. Вот как-то так, ребят. У меня нету, кстати, страшных звуков. А у вживающего есть. Блин, можно как-то сломать? Блин, нельзя. Ладно. Тогда бы... Вот, видите, вот. Бензин, короче. Да. В принципе, ладно. Вы, наверное, удивляетесь, почему видео выходит быстрее, чем неделя, да? Прошла, типа. Ну, неделя еще не прошла, я раз в неделю ролики выпускаю. Я хочу выходные постримить, это во-первых. Во-вторых, я собираюсь начинать уже вас радовать пораньше. У меня, конечно, каникулы еще не начались, но все равно, почему бы вас не порадовать, не снять еще один ролик. Тем более, этот ролик будет, наверное, немножко посмешнее. Надеюсь, то, что вот реально, типа, будете набирать лайки, а то что-то так смотрю, ну, все время
за первые дни набирается 6 лайков, потом там 7 лайков, типа, уже за неделю, типа, очень мало вообще, типа, я потерял актив, поэтому мне нужно стримить начинать. Я понимаю, многие сейчас в школе, там, все дела, поэтому мало лайков, типа, мало лайков, просмотров, комментариев. С комментариями вообще там проблемы, там, лайки, если еще ладно, то комментарии это вообще важно. Хоть я и выходные это все делал. Вот самое главное то, что нужно ко всем шкафчикам подходить, потому что я их не вижу, когда они прячутся, а они меня слышат. Они меня слышат, да. Так, окей. Я такой встал, подумал, то, что превьюшку не сделал, я ее сделал. Только с другим ресурс-паком, я еще вчера снимал. Решил переснять, потому что это видео получится поинтереснее, ага. Так, два генератора. Через 9 минут, короче... А, то есть за 9 минут их убить надо или что? Да. А, типа утро начнется. Через 9 часов, я так понимаю. Ну, можно считать так. Майнкрафтское время, там, 1 секунда, 1 минута, я так понимаю, да? Так, давай, давай, давай. Вот эта удочка, давайте я сейчас ею воспользуюсь. Типа, я ее поймал. Видите, да? Я крутой, вообще жесткий. Я сейчас бегать не могу. Быстро. Ну, ходить быстро не могу. Это собака. Да как? А, у нее хилка. Ну, египетская сила. Саян, конечно, блин, это так весело было, типа, он такой стоит, нет, не бейте меня, не надо, не бейте меня. Прости, как бы такие правила игры. Типа, она такая на шип стала, типа, вообще смешно. Лично мне точно смешно. Саян, ты сейчас умрёшь. Она, кстати, видит меня, типа, вот, здорово. Она такая, типа, о, ты чё, спалишь меня, что ли? Я просто похлопаю. Да. Ну, типа, когда ты умираешь, ты видишь сверху именно все смотришь. И двигаться не можешь. То есть, она меня видела, наверное. Да. Но я убил уже четверо или пятеро. А чё, где еще? А, один остался, окей. Сейчас изи будет. Наверное. Итак, ребят, в принципе, я тут, короче, понял то, что он начал генератор, короче, заполнять где-то. Он вообще, вот сейчас он просто молчит, то есть он, его вообще нигде нету, я его нигде не нашел за столько времени, как вы видите. Я просто ходил, бродил. Он скоро... А так, подождите, он где-то здесь. Ну-ка. Я обошел здание миллион раз. Он просто где-то в другом месте находится, где я, возможно, не был. Да. Реально. Вот, смотрите, уже утро начинается, то есть... Видите, свет тут горит. Горит, начинает. Я так понимаю, он победит. Свет мигает. Постепенно. Ахаха! Все, я тебя спалил, наконец-то. Вот ты собака! Вот ты собака! Иди сюда! Вот собака, он похилится, кстати. Так, окей, бежим, бежим. Он сейчас подскочит, давай, беги, беги. У него скорость дается. Быстрее, быстрее, быстрее. Минута осталась, ну. Минуту, минуту. Чё так быстро бежит-то, алё? Видел. Вот там, да? Прошу, прошу. Да, есть! Я победил, ебой, просто капец, я долго играл. Капец, это просто жестяк. Это просто жестко было. Давайте, в принципе... Пойдем в следующую игру, я реально не понимаю, это было очень сложно и очень долго, я вообще уже думал, что поиграю. Я, короче, его нашел, как вы видите, да, то есть я начал комментировать и сразу его нашел. Здравствуй, чувак. Окей, так, о, нифига себе. Прикольно, кстати, сделали, типа, ресурс-пак прикольный. Давайте я выберу роль, роль выживающего сама всегда делается. Я в этот раз поиграю за выживающего, потому что, типа, почему бы и нет. Вот, видите, это мой скин, кстати, в прошлом видео он не прогружался, вот мой скин. То есть я в себя, типа, зашел, окей. Да-да, не удивляйтесь. Так, вот как выглядит все. Это у нас свет, это у нас хилка, два сердечка, то есть два удара и сдохну. Как видите, я ни хера не вижу, я сделал побольше яркости, хотя это мало помогло. Чё? А генератор по пути. Почему он по пути? Чё же? Так, где-то тут должен быть какой-то сундучок, я думаю. Я нихера не вижу, реально.
Опачки, вот топливо, давайте что-нибудь заправим. Так, плюс 25. Вот такие вот штучки не терпячусь. Очень сильно. Не, это, конечно, хорошо. Что я как-то ярче все видел. А, там какой-то свет, что ли, непонятно. Топливо иногда валяется на улице, там, не на улице. Так, вот так вот мы все видеть можем. Ну, как бы... Сейчас, вы видите, тратится начинает. Секунд на 25 хватает, даже меньше. Так. Опа. Иногда в таких сундучках бывает свет. Ну, типа, попадается. Лампочка всякая. Так, где? Подождите. Так, это какие-то другие генераторы. Хочу один не заправить. Так, я какой-то вижу. Это что? Еще какой-то генератор. Опа, нашел. Все, видите? Плюс 25. Еще нужно один. Да? Один или два. Видите, я уже половину зажигалки потратил. Даже больше половины. То есть надо вот так, оп. Типа, видишь? Все, вижу. Отлично. Видите, новая зажигалка. Так. Пацаны, у меня все есть. Есть зажигалка? Так, можно пользоваться. Тогда. Тихо. Чё слышал? Ух, мать твою. Так. Сюда. Я что-то вообще не туда иду. А, не туда. Давай. А, еще надо 25, окей. Не знаю, куда идти. А, это ядышком было, нифига себе. Где я так сильно зажигалку тратил? Так, отлично, я заправил один генератор. То есть половина уже есть, отлично. Теперь надо найти другую зажигалку. Не-н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 е
А почему я ничего не вижу? Почему я реально ничего не видел? Подождите. Все, видите, я не могу двигаться. То есть я пытаюсь. Что со звуками? Страшно. Объясните, что со звуками? Это у меня. Окей, я умер. Вот как-то так. В принципе, ребята, вот как-то так, да, в принципе, получилось. Я не знаю, что здесь происходит вообще, да. Что за дичь, да. Может быть, я запишу еще одно видео по этому, да. Я сейчас, наверное, запишу сразу второе видео на Hypixel по крутому мини-режиму. В принципе, ребята, как-то так. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, я мини-режим про тыквы, то есть второй мини-режим хэллоуинский запишу тоже скоро, да, думаю, ну, думаю, на следующей неделе запишу, да, может быть, на этой даже, не знаю, ну, я не помню, когда Хэллоуин, поэтому как-то так, ребят, все, всем спасибо, пока-пока!